Замок, мистический замок. Я не верю тебе. Мистически, очень много мистической атрибутики. Это игрушка Чаки. Задыхалась от крови. Боже мой, я чувствую, что он где-то рядом. Нужно... Сверхъестественное. Приступим. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина, и сегодня мы, наконец, достроили второй этаж. Я немного расскажу вам предысторию, а потом расскажу, что мы будем делать на этом втором этаже. Ребята, сейчас просматриваю комментарии под своим видео, и очень много комментариев вы просите, чтобы я вызвала духа Чаки. И поэтому, ребята, вот эта картина здесь на втором этаже не просто так. Сам Чаки, вернее, изображение Чаки будет присутствовать у нас всегда на втором этаже этого дома. Ребята, ну нас с вами можно поздравить. Второй этаж нашего мистического дома готов. Крыша установлена. Мы, конечно, ее будем закрывать. Пишите ваши идеи. Возможно, чем укрыть, как укрыть. Возможно, этот дом нужно разукрасить. Пол второго этажа у нас готов. Сейчас мы будем вызывать духа Чаки и спустимся вниз. Я вам покажу, как у нас еще клево внутри. Ребята, очень страшно вызывать Чаки, когда особенно на тебя смотрят его изображение, очень ужасное и страшное. Пишите в комментариях, кто смотрел фильм «Чаки» и кому понравилось, обязательно пишите. Пишите свои идеи по поводу того, какого духа еще вызвать мне и как нам с вами усовершенствовать наш мистический замок. Да, ребята, я, наверное, буду называть это мистическим замком, а не дома, потому что ну, у королевы мистики должен быть замок, мистический замок. И я уже подумываю, может быть, я какая-нибудь там жена графа Дракулы или что-то такое. Почему мне так интересна эта тема? Она интересна моим подписчикам, поэтому все я делаю это для вас. Давайте же приступим к вызову духа Чаки прямо сейчас. Как вы знаете, со мной всегда моя спиритическая доска или доска Уиджи для вызова духов и моя планшетка с линзой, через которую иногда я могу видеть настоящих призраков. Давайте же начнем. Чаки, Чаки, приди. Чаки, Чаки, приди. Чаки, Чаки, приди. Чаки, хочешь поиграть? Да. Я не верю тебе. Это точно Чаки? Моя читает, пишет буквы. О. Да. Пишет, смотри, смотри. Ребята, когда доска Уиджи или дух, который приходит сюда, говорит смотреть в планшетку, значит, что-то можно увидеть сверхъестественное. Приступим. Я вижу. Где? В общем, подожди, там кто-то идет. Рыжие волосы. Наверное, это сам Чаки. Он в той стороне. Давай спускаться. Пойдем за мной. Ребята, Чаки я могу видеть только через планшетку. Смотрите, я сейчас пока вам покажу, как устроен наш второй этаж. Вот лежат такие балки. Здесь у нас с вами все очень мистически, очень много мистической атрибутики. И сейчас я возьму с собой планшетку и спущусь к вам. Где я? Дим! Похоже, я в потустороннем мире. Я слышу голос Чаки. Чаки, ты здесь? Чаки, это ты?
Он зовет меня, он говорит: Чаки, давай играть с Чаки. Он зовет меня туда. Ирин, что случилось? Да. Что? Что ты видела? Я была в том мире. Он пытался меня задушить. Руками. Я задыхалась от крови. Он душил меня своими маленькими ручками. Скажи мне, я уже проснулась? Со мной все нормально? Да, все нормально, у тебя ничего нет. Это все Чаки, он был там. Да где, где? Вот здесь. Я пошла туда. Подожди, я ничего не помню. Я помню, что я поднялась на второй этаж за планшеткой, и что-то столкнуло меня оттуда. Я упала и потеряла сознание. Я оказалась здесь. Тоже место, только все было очень темно и очень шумно. Я пошла туда за Чаки. Я видела его рыжие волосы, и он звал меня. Говорил, знаешь как, Чаки, я Чаки, пойдем с тобой играть. Я Чаки, Чаки, пойдем со мной играть. И я пошла за ним, понимаешь, мне было интересно, я пошла за ним. Но когда я к нему приблизилась, кто-то сзади накинулся на меня и стал меня вот так вот душить руками. Я стала задыхаться просто кровью. Это вообще, мне нужно срочно завершить этот обряд, чтобы, вы знаете, мне кажется, что когда я в том месте, что... Что это случилось? Что там такое? Это Чаки? Я не пойму. Там что-то такое. Это игрушка Чаки. У него было таких много. Она вся в крови. Он играл с костями животных. Там было целое кладбище из костей, от животных, понимаешь? Это челюсти какого-то огромного или динозавра, или какого-то такого животного, очень страшного, это его зубы. И это, он, понимаешь, у него изо рта была кровь, у меня изо рта была кровь, и он грыз эти кости, как собака. Что эта кость здесь делает? Блин, срочно наверх, срочно завершаем обряд. Срочно, скорее. Боже мой, я чувствую, что он где-то рядом. Нужно скорее. Чаки, покинь этот мир. Чаки, покинь этот мир. Чаки, покинь этот мир. Прощай. Я чувствую, что он не смог пробраться. Он очень сильно злится, я чувствую это. Но портал закрыт в тот мир. Наш дом, ребята, построен в виде пентаграммы, звезды, которая защищает от всякой этой, ну, всякой этой нечисти. Он на пяти углах. Поэтому пока мы находимся в доме, мы в безопасности. Сейчас этот конус, который мы сделали, он принимает энергию с космоса и отправляет меня в потусторонний мир. Но он не дает духу проникнуть сюда. Но чтобы не рисковать, я обязательно пользуюсь доской духов и завершаю этот обряд. Ребята, пожалуйста,
Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Завтра будем вызывать новых духов. Я надеюсь, все будет хорошо. Всем пока! Остановись, пожалуйста, не надо! Ирина, Ирина, что происходит? Снимай маску, быстрее! Не получается! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня я приготовила для вас кое-что интересное. Я вновь полазила на сайте Darknet и увидела, что там можно взять в аренду маску мистических героев. И почему-то и сразу выбор мой пал на куклу Чайки. И вы знаете, я прочитала там одну статью, то, что маску нужно обязательно вернуть, и иначе это выйдет для нас боком. Поэтому мы заказали вот эту маску на сайте Darknet, маску куклы Чайки, и с ней пришло короткое описание о том, как нужно ей пользоваться. Говорят, что в этой маске я могу лично пообщаться с куклой Чайки, ну и не знаю, там спросить интересующие меня вопросы. Сегодня мы с вами попробуем это сделать. Для того, чтобы эта маска начала действовать, ее, ну, как бы я вот просто примеряю ее. Вот. Я ничего не вижу, ничего не меняется. Потому что так она не работает. И мне сказали, что вернуть ее нужно строго до 12 часов ночи сегодняшнего дня. То есть сегодня утром она пришла, и до 12 часов ночи я должна ее обратно отдать курьеру в руки. Иначе, ну, не знаю, что-то они пишут, что может быть что-то плохое. И в инструкции было сказано, что нужно зажечь как можно больше свечей. Значит, специальной вот этой травы, которая у меня давно была заказана в Даркнете, чтобы был специальный вот этот вот аромат этой травы. Она, видимо, как-то приманивает куклу Чайки из потустороннего мира. Провести обряд, призвать его сюда, сказать слова и после этого одеть маску. И говорят, что можно увидеть Чайки и поболтать с ним. Не будем откладывать, ребята. Только вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк и писать в комментариях, кого следующего мы закажем на сайте Darknet. Маску, возможно, я там не очень понравилась, есть Лайрона и есть монахиня. Они жуть какие страшные, и вы знаете, именно эти две маски приходят почему-то ночью. И, допустим, если эта маска пришла, допустим, к обеду, к 12 часам дня, и в 12 часов ночи я должна вернуть, а те маски, наоборот, приходят в 12 часов ночи, и должна я их вернуть в 12 часов дня. Я не понимаю, почему как бы так разграничивается два варианта. Не знаю, возможно, один страшнее другого, но я решила начать с дневной маски, поэтому давайте... То есть там было сказано, что я должна зажечь как можно больше свечей. Так, одна есть. Подожди, вот эти попробуем. Сейчас что-то зажигалка тупит. Попробуем вторая. Микрофон горит. Что произошло? Обожглась. Блин, только не успела зажечь свечи. Ладно, пусть останется 3 свечи. Итак, теперь мы подожгем вот эту вот специальную траву. Я даже не помню, как она называется. Душица. Сейчас понюхаем, как она. Вот видишь, она как дымит. Сейчас Чайки еще сгорит. Все пошло не так, блин. Сразу. Что-то, наверное, будет серьезное. Так. Вон она как горит. И видишь, смотри, какой Чайки, дым? Чайки. Что случилось? Чайки горит. Чайки горит. Чайки горит? Где? Угу. Че, аромат? Так, я должна сделать 3 круга вокруг Чайки. Главное, чтобы он не сгорел. 1, 2. 3 круга вокруг своей головы. Смотри, только аккуратно. 1, 2, 3. Ребят, только я вас умоляю, пожалуйста, никогда не заходите на сайт Darknet и не заказывайте. Ну, во-первых, это очень дорого, все стоит даже в аренду. А во-вторых, это очень опасно для жизни. Поэтому лучше посмотрите, что будет у нас. Слушай, такой запах сильный очень. Да, аромат. И знаешь, аромат как мертвечиной пахнет.
как будто вот она специально какая-то трава, она как-то связывает с потусторонними. Ладно. Она пахнет? Нет, нет, она пахнет. А, вот я не знаю, когда человек тут вот умирает, сразу во всем доме, вот в подъезде даже пахнет. Вот, трупный запах такой, трупный. Фу, противный. Но сказано сделать так. И теперь мы будем при помощи доски духов, доски Уиджи, русская доска, у нас будем призывать чаки. Чаки, чаки, приди. Кукла чаки, приди. Кукла чаки, приди. Так. Я задавать вопросы никаких не нужно. Теперь нужно произнести заклинание на ухо самой маски. Сначала на одно, потом на другое. Чаки, хочу за тебя увидеть, хочу с тобой поговорить. Ой, красота, спасибо, ливай меня. Чаки, хочу тебя услышать, хочу с тобой поговорить. Чаки, хочу тебя услышать, чаки, хочу с тобой поговорить. Чаки, хочу тебя услышать, чаки, хочу с тобой поговорить. Ой, меня послушать. Чаки, хочу тебя услышать, чаки, хочу поговорить. И теперь нужно все одеть. Мне? Мне одеть. Тебе, ты что ли читал заклинание? Чё говоришь-то? Я, блин, боюсь. Чё, страшно? А кто знает, что произойдет. Жуть, она изнутри еще страшнее, чем снаружи, смотри. Нитками все прошито. И вот это вот как кожа. Тепло с такой под кожей. Прям как кожа, понимаешь, как будто с него снято. С головы с его снято. Подожди, подожди, ну... Фу, ну чё, блин, раз заказали, чё, деньги потратили, давай. А, блин, чуть самое главное не забыла. Короче говоря, если вдруг что-то со мной пойдет не так, тебе нужно будет меня как-то отозвать обратно. Там написано, что ты должен, ну, бить, короче, меня. И палкой? Попытаться снять маску. Потому что возможен такой вариант обратный, что чаки через эту маску вселится в меня. Чем бить? У меня кроме меча. Нет, 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 руками, руками просто. Ты должен попытаться снять с меня маску, это самое главное. Я не смогу, не буду тебе давать. Если это случится, на крайний случай, ты должен со мной бороться и снять. Не бойся меня ударить, понимаешь? Потому что это буду не я. И маску с меня содрать нужно. Все, я одеваю. Готов? Ребята, если что, короче, это... С вас подписка и лайк. Фу, все, я пошла. Раз, два, три. Ирина, Ирина, что происходит? Здесь все по-другому. Она как будто приросла к моему лицу. О, черт, как мы будем ее снимать? Попробуй. Дима, она как будто приросла. Попробуй она... снять ее. Она завладела тобой? Она пустила? Нет. Вот смотри, ты для меня красное пятно. Красное, я только голос твой слышу. Маска изнутри пустила, как присоски. Щупальцы такие. Они все мое лицо сдушили меня. Короче. Сейчас. Сейчас я обуюсь. Так, надо успокоиться. Если я увижу чаки, я скажу, куда идти. Я вижу его. Тяжело тут. Тяжело. Паш,
что? На что он одет? Он там, в лесу. Все нормально пока. Только трудно дышать. Я иду за тобой. За твоим красным пятном. Стой. Стой. Стой, тебе туда нельзя. Стой. Стой, я сама. Останься здесь. Чаки. Стой. Чаки, не бойся. Он за деревом. Стой здесь. Я попытаюсь с ним поговорить. Только не спугни его. Стой здесь. Чаки. Стой, стой. Стой. Чаки, скажи, зачем ты всех убиваешь? Он говорит, что ему это нравится. Но меня ты же не убьешь. Я же тоже Чаки. Я... такой же, как и ты, убийца. Он говорит, что он мне не верит. Я тоже кукла Чаки. Нет, остановись, пожалуйста, не надо. Ирина, Ирина, что происходит? Снимай маску быстрее! Не получается! Снимай маску! Больно! Ирина, попытайся сама снять маску. Снимай маску! Все, 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 все. Все, все, Ирина, я снял маску. Что у тебя с лицом? Что с лицом? Ты отодрал половину моего лица вместе с этой маской. Ирина, покажи лицо. Этого не может быть. Как это Чаки забрал твое лицо? Нет, нет, нет. Ирина, у тебя вся кожа содрата с лица. Это щупальцы. Это от маски. Это не моя кожа. Это щупальца от маски ты когда отрывал. Это его была кожа. Она же что у него нам теперь делать? Обгоревшая. Она у него обгоревшая. И когда ты сдирал, кусочки кожи остались на мне. Нужно отдать маску и завершить сеанс. Быстро, пошли. Скорее. Блин, это пипец был вообще. Блин, ну прикольно было. Он мне сказал, что он всех убивает, и для него это забава. Но я, видимо, плохо играла, и он мне не поверил. И он решил в меня вселиться. Такого нельзя допускать со следующими масками. Кукла Чаки покинет этот мир. Кукла Чаки покинет этот мир. Кукла Чаки покинет этот мир. Прощай. О. Так, срочно звони курьеру, скажи, что все, мы можем вернуть маску. Нам главное успеть до 12 часов ночи, ребят. Ну а с вами была я, Ирина Ясинская, и мы заказали маску Чаки из Даркнета. Это была полная жесть. Просто пишите в комментариях, ребята, или в сообществе, или в моем инстаграм, Ирина Ясинская, какую следующую маску из Даркнета заказать. Лаэрону, плачущую женщину, или монахиню. И это уже будет ночью. Мне кажется, будет еще гораздо страшнее. Ребят, с вас лайк, подписка, и до новых встреч в новых мистических видео. Пока.